толка, здесь толка, толка, 2 плюс 1, 110 квадратный метр, цена начинается от, еще раз, от 86 тысяч евро, друзья. Это район, первый раз в этом районе мы, Лимонно, друзья, в городе Мерсин. Лимонно — это где рядом есть рай от пещера, рай от здесь, отсюда недалеко. И крепость, девички, крепость, Кыскалесе тоже отсюда недалеко. И перегород Эрдемли тоже здесь, друзья. Вот это все городская инфраструктура здесь рядом. И интересные другие районы тоже рядом. Здесь толка. 2 плюс 1, друзья, 110 квадратный метр, цена начинается от, еще раз, от 86 тысяч евро, друзья. Первый раз мы в этом районе. Район какой? Лимонно. Район Лимонно, город Мерсин, друзья. Лимонно где находится? Район Лимонно, друзья. От моря мы с вами находимся где-то 600 метров недалеко. И здесь пляж очень хорошо, поэтому Лимонно тоже развивается из-за своей пляжи. Так что я еще раз повторяю, здесь рядом я вам рекомендую еще обязательно, если вы находитесь в Мерсине, съездите пещера Рай от Асма. Пещера Асма очень хорошо, очень лечебный пещера. Интересный Рай от Рай заходить. Платный билет и ад бесплатный, друзья. Это ваш выбор, куда хотите, туда можете идти. Так что, и теперь вот это новый интересный проект, три блока. И здесь напротив у нас инфраструктура будет, впереди ничего не будет строить, инфраструктура. И бассейн есть, детский бассейн, горки. И есть, сейчас еще работа идет, поэтому есть у вас такой шанс, беспроцентная рассрочка, друзья, беспроцентная рассрочка тоже есть. Мы именно для вас оставляем внизу ссылку. Нажимайте эту ссылку, оттуда получаете более подробную информацию, друзья. И начали вместе, откуда балкон. Друзья, балкон, квадратный балкон, большой. И здесь вот в таком виде именно продаются, друзья. Как вы видите, она так продается. Вот бытовая техника, духовка, вытяжка. Здесь выходит стоимость, друзья. Так что чистый, уютно, качество тоже хорошо. 86 тысяч евро, 2 плюс 1. Новая квартира, новый проект. Я считаю, что это хорошая цена для такой места расположения, для такой качества. Как вы видите, она так продается. Здесь шкаф длинный, большой. Так что зал, кухни. И очень я заметил, оператор, ты заметил, очень хорошо продувает. Очень хорошо продувает. Я люблю, как такой квартир продувает. И здесь, вот, я очень люблю еще, как это по-русски название? Умывальник? Нет. Вот. Ну, умывальник, да, раковина. Раковина. Ты хуже меня знаешь по-русски. Раковина. Здесь я люблю как-то раковины здесь и окно. Потому что можно наблюдать, кто чем занимается. Это очень хорошо. И кухня очень продумана. Женщина, это для вас внимание. Очень хорошо. Кухня. И здесь уже, да, вы сами понимаете, здесь диван можно поставить, здесь уже место телевизор и балкон. Очень, вот это квадратный, вот эта планировка очень хорошо. Как вы видите, она так продается, перехожая, возле перехожая, шкаф. И так что давайте еще спальную комнату тоже посмотрим. Здесь общий санузел, здесь детская комната, еще здесь. Так что здесь общий санузел. Не общий санузел, родительский санузел. Еще есть гардеробная комната. Осторожно, продувайте и хлопните. Здесь вот гардеробная комната. Вот такой шкаф, много, большой шкаф. И здесь родительская комната, вид на гору. Еще кто любит тишина, кто любит спокойное место, еще один маленький балкон. Можно этот балкон засеклить, если вы хотите. Так что, друзья, что мы вместе с вами смотрели, где мы с вами находимся, район Лимонно. По-русски Лимонный, да?
Лимонный. Вот такое у нас интересное название есть. Коктейльный. Коктейльный, да. Очень хороший район, спокойный район. Лимонду. Сегодня с вами был первый раз мы вместе с вами. Здесь недвижимость дешевле, потому что новый район. И инфраструктура тоже есть. Магазин, ресторан, все возле дороги есть. Друзья, тихо, спокойно. Место. Здесь вот такой длинный, большой инфраструктура. Так что, если вам интересно именно вот такой тихо, спокойный район, можете к нам обращаться, друзья, под видео. Я оставил ссылку, нажимайте эту ссылку, оттуда получаете очень хорошую шаловар, да? Крутые. Очень хорошо продувает. Как квартиру. Да, как-то шаловар одеваюсь, там тоже хорошо продувает. Так что... В тему одели. Да, очень... Красивый. Я люблю шаловар одеваться. Мне комфортно, удобно, очень хорошо. Почему ты не одеваешь? Тебе я тоже. Чтобы у нас карманов было. Если что, у нас в магазине есть магазин Арбат. Мужской, женский, одежда, все есть. Ты слишком большой, может быть тебе... Специально закажем. Хорошо. Так что, друзья, сегодня с вами были вот в таком месте. Теперь я отсюда поеду в родину, в Сливки. Для вас именно сюда приехали, снимали ролик, показывали, хотели показывать вот это проект. Я сейчас в Сливки поеду. Там у нас много работы. В саде, лимон, апельсин и еще сейчас скоро сезон, мандарин. Будем собираться, уже скоро сезон, лимон. И потом есть еще оливки. Скоро еще сезон оливки. Мы еще оливковое масло будем делать. Короче, работа кипит, друзья. Натуральный, хорошее оливковое масло будем делать ногами. Ты умеешь, да, ногами делать? Вот, мы так ногами делаем. Нет, там мешок, и внутри оливки, и ногами вот так делаем, и потом масло идет. Грязный, но вкусно. Грязный, но вкусно. Что? Натуральный, натуральный, поэтому химия нету. Ногами деляем оливковое масло. Короче, у меня работа кипит. Всем удачи, друзья, из Мерсина, из Лимонлу. Всем большой привет. Любите себя, друзья. Наслаждайтесь от жизни. Потому что, в самом деле, жизнь так не длинная, чтобы негативно жить, чтобы... замучить себе, жизнь не так длинная, жизнь очень короткая, вот такая очень короткая, поэтому вот такой короткой жизни наслаждайтесь, живите, любите себе и каждый день себе скажите, люблю себе, люблю себе, люблю себе, это перед зеркалом себе говорите и потом увидите, действительно будете любить себя. Пока.